Улыбнись, мои котята, с вами Прика, и добро пожаловать в Animal Jam. Итак, нам добавили новых животных, павлинов. В Джема пожаловали элегантные красавцы павлины. Эти птицы держатся по-королевски, расправив свои прекрасно отливающиеся мечтами радуги хвосты. Станем важным красавцем павлином уже сегодня. Сувенир стаи — это что-то вроде магазинчика. Добавили в наше логово стаи, где можно будет купить вещи с эмблемой нашей стаи. Да, ничего себе. И если мы будем носить эти вещи, ходить по Джему, то наверняка будем известны, да, известны нашей эмблемой. Ну, в принципе, и так принадлежность к стае видно, когда пишут ваше имя. Стайные бегат уже обновились, костюм морозной зимы, это, по-моему, из прошлого обновления, к сожалению, я не снимала видео. Ну и вроде бы как все. Давайте, наверное, начнем со стаи. Очень интересно посмотреть, что же там за магазинчик такой добавили. Угу. А, вот он, этот магазинчик. Так, что у нас здесь продается? А продаются у нас здесь все за сапфиры, одеяло стаи, перстень, перчатка стаи, бейсболка стаи, знамя стаи и флаг стаи. То есть еще разных цветов, да, можно будет взять. Одеяло вот такое прикольненько. Я сейчас куплю сапфиры для того, чтобы можно было купить новое животное павлина, вы не переживайте. Пока у меня их нет. Так, такой перстень и вот такая бейсболка. Ну, прикольно. В принципе, на других животных только бейсболка, это будет хорошо смотреться, не на страусе. Страус, конечно, с такой бейсболкой выглядит немного странно. Отличненько, это мы тоже посмотрели, теперь давайте отправимся в стайные бега. Посмотрим, что нам дают в этот раз за стайное оперение пингвина для головы. Ух ты, наконец-таки они обновили сеты. С этого года во всех стайных бегах будут новые сеты. Я так рада. Я вам обязательно покажу, какие сеты давали в прошлых годах. По-моему, 3 года подряд мы их получали. А вот такое оперение пингвина для головы я вижу впервые. Интересно будет посмотреть, что же вообще в полном комплекте, как выглядит этот сет. Хорошо, посмотрим, поменяли ли локацию. Если они еще и поменяли локацию, то это будет вообще феерично. Сейчас глянем. Нет, итак, локация та же самая. Отлично, ладно, скатываемся так с горки. Йоу, как на американских горках, да? Собираем вот таких замечательных снеговиков. Ну и, соответственно, порталы тоже открываем. Все как обычно. Снеговичков собираем и оставляем их в зимних юртах. Неопытному игроку здесь можно заблудиться, запутаться с этими горками, здесь как в лабиринте все. А на горку нужно забираться с красным флажком, вот где флажок указан, значит с той стороны можно забраться на горку и скатиться. Если нет флажка, то вы, к сожалению, никуда не уедете, вы будете стоять на месте. А вот, ну когда я первый раз играла, я, конечно, путалась, но сейчас уже более-менее разобралась, здесь всегда очень интересно. Так, давайте здесь спустимся. А с какой? Давайте самой длинной, вот такой. Еее! Классно, правда же? Аж дух захватывает, такое ощущение, что я сама качусь с этой горки. Ну вот, осталось совсем немножко. А давайте тоже насобираем. Чуть-чуть еще совсем. Я надеюсь, что я собрала 100 снеговичков. Вообще у меня по плану было столько собрать. Посмотрим сейчас, сколько у меня получилось. Так... Я не считала, я их сразу складывала в юрты по возможности, поэтому не могу сказать точно, сколько снеговичков я собрала, но около 100 это точно. Давайте посмотрим. И полюбуемся на касатку. Итак, тогда 101 снеговичок. Отличненько. Но мне еще много снеговичков нужно будет набрать для того, чтобы получить это прекрасное оперение, да. Надеюсь, что здесь будет тоже 5 комплектов, как и в прошлом году. Сейчас я как раз и покажу вам, что мы получали в прошлом году, в позапрошлом году, в позапозапрошлом году. То есть вот такой комплект императорского пингвина в разных расцветах, состоящий из 5 предметов. Выглядит классно, и очень классно он смотрится именно на страусе. Единственное, что я бы заменила очки. Может быть, что-то другое надеть? Или... так. Или можно сходить в магазин, посмотреть, что здесь. Ух ты, а здесь добавили очки-снежинки и кошелек павлинной расцветки. Ничего себе, это, наверное, к павлину подойдет. Я бы взяла вот какие-нибудь такие снежинки. Я их каждый год покупаю, потом перерабатываю. Да, выглядит классно. Ну что ж, отличненько. Давайте посмотрим, сколько нам еще не хватает до этого.
еще долго. Еще очень много нужно будет собрать этих снеговичков, чтобы получить первый предмет одного из комплектов, одного из пяти комплектов. Хорошо, давайте теперь отправимся в сапфировый магазин, для того, чтобы можно было купить павлина. Покупать мы его будем, скорее всего, сразу с эксклюзивным набором. Ну, потому что так интереснее. Так, это будет два костюма. Эксклюзивный костюм, который не продается в обычном сапфировом магазине. Это вот такой костюм кинозвезды. Со звездами, такой весь золотой. И костюм режиссера. Это, наверное, для мальчиков больше, да? Он продается в обычном магазине. И сам павлин. Вообще, этот павлин мальчик, потому что у него, смотрите, какой хвостик красивый. Такие хвосты бывают только у самцов. Но мы на него наденем комплект кинозвезды, для того, чтобы вообще посмотреть, как это все выглядит на нашем павлине. Так, давайте сюда, наверное, отойдем, чтобы нас видно было хорошо. Приблизимся. Так, и сейчас начнем наряжаться, а потом, скорее всего, посмотрим действие на самого павлина. Таким образом, он выглядит немножко угловатый, но это все в стиле Animal Jam. Так, вот такой, ну, знаете, неплохой комплект с эффектом звезд, да, идет. Угу. И второй сразу тоже примерим. Посмотрим, какой у него эффект будет. Интересно. Так. Ага, ну он такой, знаете, мальчишеский, ну прикольно, кинопленка еще так летает вокруг. Смешно выглядит. Прикольно, да. Настоящий кинорежиссер. Но мы будем ходить в комплекте кинозвезды, только единственное, что нужно будет с головы убрать эту камеру. Так, еще я бы хотела, знаете, что сделать сейчас? Сохранить этот комплект и купить вот такой кошелечек. Пока он здесь продается, мне кажется, для павлина. А, он как сумочка, да? Угу, он как сумочка рядышком. Ой, смотрите, какие красивые расцветки. Я бы купила точно один из них. Я бы все купила, если честно. Вот, но у меня не помещается столько много. Я вообще экономлю, конечно же. Потому что приходится перерабатывать вещи. Здесь только 1000 вещей помещается. Вот, на запасе оставляю, для того, чтобы можно было покупать прям целыми сетами. Так, давайте сохраним, удалим один из комплектов. И вот такой костюм сохраним. И сейчас будем примерять на разных животных. Хочу на олени примерить. На двух оленях. И на лошадке, наверное, примерим. На какой-нибудь из лошадок, на арабской. На олене очень красиво смотрится. Очень. Мне нравится, как крылья машут. Так, давайте, наверное, на хохлатом олене тоже посмотрим. Тоже неплохо. Угу. Классно. Классно, мне нравится. И примерим на арабской лошади. Так, давайте поищем арабскую лошадь. Так, вот арабская. Ну, у нее, конечно, тоже классный комплект. Но он ей очень идет. Ну, нет, на лошади мне не очень нравится. Если честно, мне больше всех понравился этот комплект на олене. На обычном олене он смотрится классно. Так, ну мы будем ходить пока что на павлине, потому что мы его купили, вот, и нужно будет его выгулять. Единственное, я бы убрала пэта, для того, чтобы хорошо можно было рассмотреть действия павлина. Давайте посмотрим его действия. Итак, как он у нас танцует? Ух ты! Ничего себе! Он расправляет крылья, как красиво. Угу. Особое действие. Ой, он хорохорится перед самочкой. Распушил хвостик. Очень красиво. Если вы смотрели «В мире животных», там вообще классно, павлины вот так хорохорятся. Красоту наводят. У кого пушистый хвост, тот и выиграл. Тот самый красивый считается. Прыгает. Садится. Ух ты, а спит он как, смотрите. Очень красиво спит. Очень красиво, мне нравится. Надеюсь, вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Animal Jam. А с вами была Кошечка Прика, и увидимся в новых роликах.